Буквально на днях я открыла для себя новый способ наращивания. На самом деле здесь все просто, но почему-то я не делала этого раньше. Это наращивание гелем на верхних формах. Я думала, что у меня все затечет, все потечет, и вообще как бы это, наверное, невозможно. Не зря же все люди наращивают таким способом именно с помощью полигеля. Но тут на просторах интернета я наткнулась на LED-фонарик, и вот модель помогает мне засушить ноготок без... Без этого не получится. То есть третья рука в любом случае нужна, но я думаю, что ни для какой клиентки не проблема подержать фонарик. Вот, убираю форму. Как вы видите, здесь под ногтем все чисто, возле кутикулы все чисто, по точке роста нормальные. Убрала немного длины, так как переборщила. Надо еще немножко потренировать глазомер с верхними формами. Выровняла прозрачным гелем и покрыла цветом. В общем, этот способ мне очень понравился, очень быстро все получается. Я даже не знаю, что быстрее вообще. Быстрее, наверное, только типсы приклеить, и все. Здесь я сделала аэрографию и стемпинг, но процесс мы, к сожалению, не засняли. Тем не менее, сейчас все внимание на наращивание. Посмотрите, оно достаточно арочное, красивое и быстрое.